До 1 декабря нужно заплатить налоги. Почему это важно и куда направляются средства? Как получить налоговое уведомление на портале госуслуг? Смотрите сегодня в 18.15 в программе «Город С» на телеканале «Самара ГИС». В прямом эфире на вопросы ответит Татьяна Голубева, заместитель начальника отдела налогообложения имущества УФНС России по Самарской области, и Татьяна Попухина, начальник отдела урегулирования задолженности УФНС России по Самарской области. Вопросы гостям можно задавать по телефону 202 11 22.